Дорогие друзья, сегодня в нашем зале присутствуют гости, участники Всероссийской студенческой олимпиады по биологии из 24 регионов нашей страны. Да, смотрим свои вопросы. Россия! Сколько красоты, любви, надежды в этом слове. Россия, мать, матушка. Есть красивая старинная притча о матери. Когда молодая мать только вступила на путь материнства, ангел сказал ей: путь материнства долог и труден. Возможно, ты постареешь, прежде чем достигнешь конца его. Но мать была счастлива. Она играла со своими детьми, собирала для них цветы, а солнце ярко светило. Когда наступила ночь и началась буря, мать обняла их, прижала к сердцу и укрыла своим покрывалом. Утром они стали подниматься вверх по горе, а мать все время подбадривала их, и они достигли вершины. На следующий день появились страшные облака. Это были облака войны, ненависти и зла. Дети искали в темноте свою мать, а она сказала им: «Поднимите глаза к свету». И это вывело их из темноты. Прошли годы, и мать постарела. Но дети ее были высокими и сильными, и смело шли по жизни. И когда путь был слишком трудный, они поднимали ее и несли, поскольку она была легка, как перышко. И мать сказала: «Я достигла конца моего пути. Мои дети теперь могут идти сами, а дети их за ними». А ангел добавил: «Ваша мама всегда с вами. Она в шепоте листьев, когда вы идете по улице. Она прохладная рука на лбу, когда вам нехорошо. Она внутри вашего смеха. Она кристаллик в каждой капле вашей слезы. Она ваш первый дом. Она карта, по которой вы следуете каждый своим шагом. Наши традиции, корни, истории. Наш главный учитель, наш главный урок. Вера в Россию – это вера каждого из нас в себя, в свои силы. Что и ты сам, твои способности будут востребованы Россией, а твой труд и твои дела принесут пользу Родине.